В сегодняшнем видео я покажу, как приготовить вкуснейшую закуску за считанные минуты. Сегодня мы будем готовить луковые булочки с сыром. Что нам нужно для этого? Нужен лук сырой, в моем случае 3 головки, булочки свежие и кусочек сыра небольшой. Лук мы нарезаем, очень мелко пытаемся нарезать его. Включаем газ. Ставим на газ сковороду. Газ делаем средний. Наливаем в сковороду растительное масло. Даем немножко нагреться маслу и высыпаем лук, который мы порезали изначально. Лук постоянно мешаем, чтобы он не пригорел, потому что лук обычно по краям пригорает, если прозевать. Мы попытаемся этого не допустить. Постоянно его мешаем, добиваемся румяности вот такой вот, когда он будет янтарного цвета, и отставляем в сторонку. Берем наши булочки дальше, разрезаем их напополам, вот так вот вдоль. Булочки очень свежие, очень мягкие. Берем кусок сыра и разделяем его на столько же частей, сколько у нас булочек. Далее берем одну из булок, выкладываем в нее лук поджаренный наш. И выкладываем кусочки сыра. Вот так вот по всей плоскости мы выкладываем сыр. Закрываем второй половинкой. Все, одна булочка почти готова. Проделываем это со всеми нашими булочками. У нас их 5 сегодня. Когда мы все сделали, булочки выкладываем на противень. Разогреваем нашу духовку. В принципе, духовку я включил, когда начал готовить булочки. Это делается очень быстро. Духовка нагрелась. И аккуратно ставим наш противень в духовку. Ждем 3 минуты. И достаем, когда сыр вот тут расплавился уже, то все уже готово. Булочки выкладываем, можно на стол, как я, можно, конечно, в тарелочку по-красивому. Вот такая вот красотища, хрустящая, вкуснейшая у нас получилась. Это очень вкусные, очень аппетитные луковые булочки с сыром.